Лечить нецелесообразно. Замминистра здравоохранения Александр Линчевский считает, что тратить деньги на помощь онкобольным украинцам за рубежом не имеет смысла. По его словам, четверть пациентов все равно умрут. О том, что расходы на лечение больных раком за рубежом следует сократить, чиновник дал понять во время отчета об эффективности использования бюджетных денег. В стенограмме приводятся его слова таким образом. Они все равно умрут без вариантов, и эффективность этой программы 0%.